Проект «Бастау Бизнес» всесторонне обучает предпринимателей основам ведения своего дела. Средства, выделяемые на реализацию данного проекта по Буландинскому району, с каждым годом увеличиваются. Соответственно, растет и число индивидуальных предпринимателей. В 2021 году в рамках «Еңбек» получили государственный грант 20 человек на общую сумму 20 миллионов. 2022 год планируется в рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы выделить грант на 20 человек. Общая сумма 25 миллионов. Индивидуальный предприниматель Энтымах Монтай занимается изготовлением посуды на заказ. В его кадастре услуг такие виды, как ковши, тарелки, украшенные национальным орнаментом. На изготовление одного изделия уходит 2 дня. Я переехал в Буландинский район и начал работать здесь. На юге я делал из березы и тополя. В 2019 году Бастау Бизнес получил грант от государства в размере 505 тысяч тенге. И приобрел необходимый для работы станок. Заказы на посуду в национальном стиле поступают в основном из городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Кокшетау. В будущем мастер планирует открыть большой цех. Айгерим Бегенова, Александра Гауарт, Ерзат Смагулов, Марат Ахмеджанов, Амир Куйшибаев, Кокшетау.